Это кто там стоит? Балди, что ты тут делаешь? Если ты успеешь поставить лайк за 3 секунды, я покажу, что делал там Балди. Всем привет, друзья! С вами Игорь Хатур. Сегодня вместе с вами я играю в GTA 5. И мы сегодня поедем к Балди. Балди находится в очень секретном месте, поэтому не забудь поставить свой лайк. Давай, я жду. И у всех уже начался учебный год. Я специально одел вот такую вот рубашечку. Как будто мы сейчас поедем в школу. Но мы поедем не в школу. Балди находится в секретном месте, далеко от нас. И это на самом деле сельская местность. Я не знаю, что там забыл Балди, но мы сейчас поедем на очень секретной машине. Вы будете в шоке. Давайте, если вы сейчас будете удивлены, вы поставите лайк. Договорились? Бум! Что за дичь? У нас корова-машина? Как это возможно? Так, она поворачивает вообще? Конечно, поворачивает. Очуметь! Это просто невероятно. А ну-ка, от первого лица. Вау! Мы ездим на корове. Не, ну это реально смешно, согласны? Невероятная машина. Я не ожидал, что корова может быть стать машиной. Смотрите, мы даже можем врезаться, мы даже можем как бы дрифтовать. Вау! Прям в копов заехали. Ё-моё! Вот это жесть! Убегаем! Мы залетели в копов прям. А-а-а, быстрее вали! Какой-то драндулет реально очень медленно едет. Капец. Но нам главное приехать и узнать, где находится Балди. Чё, я не могу ехать? Давай быстрее. Корова еще сифанула. Ну капец, я вообще в шоке. На самом деле. И в общем-то, Балдикос? Что? Это что за... Бампер упал? Короче, Балдикос находится в секретном месте. Очень секретном месте, о котором еще никто не знает. Ну, в принципе, понятно, да? Ну, странно, я вот... Мне сказали, что он живет в каком-то грязном месте. Очень грязном месте. И нам нужно туда доехать. Блин, полицейские, мне кажется, не отстанут. И будут меня преследовать. Ну, как бы сделать-то, а? В общем-то, я думаю, сейчас... Выбраться. Так, чуваки, на тебе! Настоящий бык сбил полицейского. Ой-ой-ой-ой, ребята, ребята. Ребята, вы, конечно, все молодцы. Ну, до свидания. Все, мы взяли нормальную тачку. Ну все, на полицейской тачке мы можем спокойно доехать. Ну, я думаю, сейчас переждать и дождаться вечера, чтобы мы как бы вечерком заехали туда и посмотрели на это. Чуваки, вы хватит меня там взрезаться сзади. Капец, из-за вас я не могу нормально доехать нормально. Умаева,もう死んでいる. НАНИ? О! Ё-моё! Это же... Ёшкин кот! Это тюрьма, я в тюрьму попал! А, чуметь, смотрите! Действительно, тут тюрьма! Вау! Все подчиненные, они убегают! Точнее, заключенные! Вау! Что за тюрьма такая? На меня все нападают! Две звезды! Ну я улечу! У-ху! Отлично! Я не знаю, что происходит, но я думаю, мы сможем в целости и сохранности до Балди доехать! Блин! Нам нужно выжить. У нас две звезды. Я надеюсь, сейчас они исчезнут. Ну, капец. Так, давай, давай, давай. Чувак, 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 чувак. Куда, куда, куда? Ё-моё, чё с тобой? Полетел, полетел, полетел. Воу! О! Смотрите. Тут есть фургон. Помните? Мой старинный фургон, который мне нравится. Тут живет какой-то дед. Или кто это? Тетка? Что они тут делают? Ну-ка. Здорово, чувак. Как дела? Не отвечает. У него тут какой-то магнитофон. И он слушает тут музыку какую-то. Вау. Такой трейлер очень страшный и очень старый. Понятно. А я могу в этот трейлер зайти? Да, тут тоже, да, что такое интересненький. Ну, я возьму, пожалуй, вот этот старый фургон. Смотрите, тот чувак в шоке, наверное. Смотрите.
Воу! Воу! Он пестик вытащил! Ты сдурел, что ли? Очуметь! Ты чё за психи живут тут? Он такой, ну ладно, забирай мой фургон, мне всё равно. Всё, на фургончике доедем сейчас спокойненько. И пока что нас никто не тревожит. Но, пожалуй, я хочу немножко поспать. Почти вечер, отлично, теперь можно ехать. А чё он газует? А, в стол врезался, боже ты мой. А Балди, вы вообще знаете про него что-нибудь? Давайте напишите комментарий. Какую секретную информацию вы знаете о Балди? Давай, пиши комментарий. Балди, я, насколько я знаю, он живет и учится в школе. И мы должны там собирать книжки, то есть решать задания. И я не знаю, почему Балди сейчас находится в деревне какой-то. Что он там делает? Мы сейчас будем все это узнавать. Так, это что за фургон? Более новый, что ли, да, такой? Новее фургон, или мне кажется? Хотя, такой же, да, фургончик? Ну да. В принципе, не изменился. Сколько нам ехать? Смотрите. Немножко осталось. Сейчас мы реально доедем туда. Я вам покажу Балдикоса. Как раз будет вечер. Музяка, поехали. Фургон занят, никто не спит? Да не, никто не спит, отлично. Вау! Посмотрите, какой закат. Напиши комментарий, нравится ли тебе тут закат или нет. Давай, пиши. Обязательно. Мы на Чили сейчас доедем. И я надеюсь, что тут нет авторских прав. Я узнал, что есть. Так что мы едем без музыки. Спокойненько на фургончике. Вау, слушайте, салон такой классный, да, прикольненький. Да, это сельская местность, тут живет Тревор. Персонаж из GTA 5, один из персонажей. И мы еще его не открывали, мы не проходили сюжетную линию. Оказывается... Что? Блин, они сбили койота! Чувак, не сбей его еще раз! Пожалуйста. Все, отлично. Нам нужно остановиться тут, посмотреть. Никого нет, все, поехали. И Балди живет в очень странном месте. Очень странном месте. И могу сказать, что... Говорят, там реально грязно и очень жутко. Очень жутко. Особенно можно ночью. Ночью, если мы туда приедем, я предлагаю это сделать прямо сейчас. Ночью заехать туда. Но для начала я хочу припарковать свой фургончик и немножко отдохнуть, так сказать. Отдохнуть, передохнуть, потому что мы ехали очень долго. Очень долго и усердно, да? Мы выходим вот отсюда. И я думаю, мы можем лечь спать сзади этого фургона. Отлично. О, вот это я понимаю. Все, на фургончике едем обратно к нашей метке. Селочек. Че они там? А че они такие злые там, не пойму. Это мой фургон, че вы там разговариваете-то? Смотрите, они как будто думают, что я украл машину. Ничего подобного, это мой фургон, слышите? Ты че меня снимаешь, сдурел что ли? Совсем сдурели, реально, ребята. Все, мы едем. И мы можем спокойно вот так вот ехать, смотрите, вот так мы едем. И поворачиваем резко. Мы пропускаем этого чела. Вот. Пропустили. И на руле вот так вот повернули. Вообще красиво. К метке доедем сейчас. Старинный фургон, блин. Ну, хотя бы... Хотя бы едет. Это уже хорошо. На этом и спасибо, да? То, что едет. Так. Блин. Я не знаю, как он будет реагировать сейчас на меня, этот балдикос вонючий. Но я надеюсь, что будет все нормально. Пока что происшествий никаких не было. Я уже вижу метку. Она скоро уже достигнет пика. И мы доедем до нее. Так, тут у нас направо, да? Хорошо. Давайте сейчас направо повернем. Так. Вот так вот. Отлично. Все. В принципе, очень легко доезжать до метки, где находится монстр. Вообще, это просто на самом деле мифы, да? И... О! Мы доехали до этого места. И это еще не точно, что там будет, Балди. Но посмотрите, это какая-то ферма. Действительно, это фирма. What the heck? Мы приехали. Так. Посмотрите. Вот в этой ферме где-то живет Балди. Перелезем. Либо на той. Скорее всего, на этой. Так, Балдикос. Интересно. Это кто там стоит? Это Балди?
Балди? Очуметь! Действительно, он живет на ферме? Балди, что ты тут делаешь? Вау! Здорово, чувак! На тебе! И мы его врезали! Слушайте, он вообще не реагирует. Проверим все оружки против него. Чувак, подними руки! Так, теперь давайте посмотрим. Тут у нас есть вот это. Очень крутой гранатомет. Ну-ка. Прыгает. Воу! Ему все равно? Капец, у него бесконечная жизнь, что ли? Вау! Ты, Балди, меня удивил! РПГ? О-ха-ха! Очуметь! Смотрите, у меня уже звезда! Вау, чувак! Миниган! Не стреляет у него! Очуметь! Следующий. Пиротехника. Что за пиротехника? Ух ты! Это напоследок можно стрельнуть и вызвать... Очень классный салют! У-ху! Салют очень прикольный. Так, за мной едет полицейский. Полицейский, успокойтесь. У меня просто тут один балдикос застрял. То есть это какой-то дурацкий, вонючий... Получается... Как? Учитель, да? Учитель просто. Он застрял тут, и все, ему норм. Полицейский приехали, смотрите. Ой, ё-моё. Заметит, не заметит меня? Смотри, смотри, поехали, поехали. Сядь, 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 чувак. Так, спрятались. Смотри, 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 смотри. Смотри, смотри, смотри. Бум! Это просто на самом деле... Это фейерверк, ребята! Вот она, Чё? Балди, ты куда убежал? Очуметь! Смотрите, балдикос убегает. Воу! У него есть... Он убегает от нас! Зачем ты убегаешь, чувак? Если будем ловиться, то вместе словимся. Давай, чувак, хорошо? Смотри, он боится. Нет, ты убегай, сказал. Ты не должен убегать от нас. Мы вместе сила, Балди. Я не зря к тебе ехал. Слушай, весь город переехал. Объехал. Так. Балдикос, смотрите, у нас очень жесткая стычка тут. На! Минус вертик. Минус вертик. Вертик не падает. Окей. Балди, не бойся нас. Мы нормальные ребята. Все, я валю. Друзьяшки, надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, жмите на колокольчик. Все, всем удачи. Всем добра, всем спасибо. Всего хорошего. Делайте добро. Не делайте зла. Будьте на NPC. Всем! А че мне? Тут еще полицейский сверху. Что? Что они делают на этой горе? Я не понимаю просто. Все, на этом все. Всем удачи, всем добра, всем спасибо, всего хорошего. Делайте добро, не делайте зла, будьте на NPC. Всем пока-пока-пока. Что? Что за бред? Все. Всем удачи, всем.